В Академии наук Республики Татарстан состоялась церемония вручения международной премии имени Евгения Завойского. О том, кто стал победителем, и не только в нашем следующем сюжете. Премия Евгения Завойского ежегодно присуждается за выдающийся вклад за применение или развитие электронного парамагнитного резонанса, открытого в 1944 году доцентом Казанского государственного университета Евгением Завойским. В этом году ее лауреатами стали ученые из России и Германии. Я отрадно, что сегодня мы будем вручать премию за применение методов магнитного резонанса при исследовании особого типа материалов, которые называются квантовыми материалами, которые сегодня являются наиболее обещающими для применения, я бы не побоялся слова, во всех областях человеческой жизни, начиная от здравоохранения, заканчивая, скажем, зеленой энергетикой и так далее, и так далее. Также проректор отметил, что жюри всегда очень тщательно подходит к отбору номинантов на эту премию. И в этом году выбор пал на двух достаточно известных людей в своей области и, безусловно, достойных премии имени Завойского. Лауреатами стали Сергей Демишев, профессор, заместитель директора по научной работе Института общей физики Российской академии наук, и Йорг Фрактруп, профессор, директор 3-го института физики и Центра прикладных квантовых технологий в Штутгартском университете. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.